прикольное мероприятие. Но впервые финал пройдет не на легендарном домашнем... ...оф Лиги Чемпионов сейчас на ваших экранах. Да, полуфиналы получились совершенно сумасшедшими. Исполнить пару своих хитов. И обратите внимание, насколько быстро вот это... И, наверное, нам стоит помолчать и Добрый вечер, это прямой эфир на Матч ТВ, финал Лиги Чемпионов. Классно, надеюсь, оценили это и болельщики Тоттенхэма, и Ливерпуль. И 26 очков разницы в таблице. Это все-таки много. Но это ведь не имеет никакого значения. Но при этом Юрген Клопп сказал журналистам, что он не считает себя неудачником, даже несмотря на... Кейта. Сегодня в стартовом составе Харри Кейн, сегодня в стартовом составе Бобби. Песня «You'll Never Walk Alone». Ну а прямо сейчас электронный струнный квартет «Астурия». Ну, соответственно, пришлось раздевалку отдать более удобно. На несколько часов серьезно изменила жизнь и менталитет. Какое-то количество людей сумели купить билеты с рук или каким-то еще образом. Тысяч болельщиков из Англии сегодня в Мадриде, может быть, чуть меньше. Да, по 16. Будем праздновать успех. Игра началась. Игра началась. Она может повлиять на шансы Ливерпуля. В сегодняшнем матче Мане передачи что попадает в подмышку, в плечо, по-моему, сначала в грудь и потом отскакивает, и он делает движение вниз. Но куда мяч? Это момент, посмотрите, рука у Сисоко вытянута в сторону. Есть система ВАР, и там послушал Дамир Скамина что ему говорил по связи Дани Макелли. Итак, свисток. Дамира Скамина, разбегается Салах, удар и гол. Тоттенхэм весь сезон в Лиге Чемпионов. Это 18-й пропущенный мяч Тоттенхэма в этом розыгрыше турнира. Больше всех. Пока не выиграл ни одного трофея. Вот с этими новыми командами. Конечно. Пьере, если мы говорим о тренерской ее части. И ни один, ни другой. Медленно набирает форму, и это отмечалось перед матчем. Пока, понятно, у него не было возможности. Беспокоясь, как бы не расслабилась она после такого быстрого успеха. Но вот Тоттенхэм в атаке. Хён Минсон и соперников Трипье. Разбегается подача в центр. Нет, пробить нет. То Ливерпуль. Мухаммед Салах с мячом в штрафной площади. Пытался вернуть его партнеру Садио Мане. А мячом, а вот дальше попытка сыграть в одно касание. И здесь все контролирует Александр Арнольд. А вот назад, и вот Ливерпуль уже расставился. Хён Минсон как пропустил мяч. И действительно, там действительно... Хендерсон подбежал к Салаху, начал ему что-то выговаривать. И Салах вот мы вывели. Чтобы играть один в один против Александра Арнольда, но может, страховка есть, но передачу штрафную попытался сделать Хён Минсон. Позиция хороша для удара. Хён Минсон двоих очень здорово обыграл. Быстрые ноги, такая техника, да, но... Двоих Сон Хён Мин уже встретился с Матипом. Мане в штрафной, но опережает его. Любую главу исполнить. Теперь посмотрим, что подготовил Юрген Клопп. Подача. Юрис добрался до мяча. Кто за подбор? Нефтянин начинается. Для человека, который, кстати говоря, в своей жизни аж три финала проиграл. И с клуб пытается уйти от Жоэля Матипа. Тут какой-то еще и Сон Хён Мин. И подкат Матипа. Теперь у Ливерпуля есть возможность для быстрой контратаки. Там, правда, впереди один единственный Мане и пас. Не совсем то. Получается у него передача на Сон Хён Мина. Тот назад. Фертонген и Алдервирель, пожалуй. И вот теперь пас. Не долетит мяч до Сон Хён Мина. Трент Александр Арнольд. Же экономит сил. Ну, в этом сезоне неоднократно Ливерпуль поступал подобным образом. Гол Салаха, празднование болельщиков Ливерпуля. Очень по-разному готовились. Бежал к полю, покрикивая на своих игроков, разводя руки в стороны. Пытается их заставить. И Матип делает пас вперед. Садио Мане борется за мяч с Тоби Алдервиль. Между прочим, и нельзя сказать, что этот удар был небезопасный. Хочется отметить действия Фабини в этом эпизоде. Давайте с такой точки посмотрим. А ты знаешь, между прочим, как здорово сыграл сейчас Фабини. Хендерсон направо, Трент Александр-Арнольд, удар поворота! На содержание игры, на зрелищность матча. С другой стороны, мне кажется, уж лучше тоже два кавалера решили ее сопроводить.
Мы видим, что пока, да, Юрген его уже встречает. Здесь его уже встречают. Сисоко. Вперед отдает передачу. Это Кен Минсон, он один в один. Он приближается к штрафной и не может обыграть соперника. Есть возможность пробить поворотом. Он решил сделать тонкую передачу. А теперь прострел штрафную. Но это для Алисона Беккера. Или Али пропускается мяч на Кристиана Эриксона. И тот катит дальше в направлении Сон Кён Мина. Мяч Сон Кён Мин. Здесь он пытался пробросить его мимо Трента Александра Арнольда. Не получилось. В центре египтянин. Фермино. Салах. Салах. Удар поворотом. Рикошет. Еще один. Обладающий великолепной реакцией. Алисон Беккер даже может претендовать на звание открытия. Пошли в площадь ворот. Подача. Опять Юрис добирается. Не могут ему футболисты. Фертонгена мы сейчас с вами еще раз увидели. И вот удар вдоль Васики. Действительно, сезон потрясающий, но не хватило. Салах! Они попадающие Ливерпулю штрафной, но будет ли передача верхом? Будет, решает Робертсон. И если... А вот действительно другой вариант. Розыгрыш и прострел в штрафную не очень высокий. Робертсон здесь мяч не сумел. А вот подача Робертсона. Посмотрите, как здорово мяч летит. И действительно, если бы не третий номер Тоттенхэм. И Мане против Кирана Трипье. Мане может попытаться обыграть его. Мане прострел и снова уже не принимать Дамиру Скамини, который сейчас продолжает общаться с Маурисио Почеттино. В общем-то, это подтверждалось уже и после Нового года. Да, Кейн не слился к своим партнерам, и они кричали ему, что ты, именно ты должен выиграть для нас этот. Прессинг Ливерпуля, согласись, да, она распрямляется до чужой штрафной. И вроде бы даже...